когда кричали «русских на геляку», еще тогда, сравнительно давно, а в Харькове, не объявив атаку, на Рыморской стреляли в пацанов, так чистила негодников просвита. Не ясно было вам, чья это свита. Ничто ж не покоробило элиту, но выбор сделан был, и карта бита. Посаженных противников Майдана на месяцы, а то и много лет вы не жалели. Ведь фашизма нет. Когда сожгли людей 2 мая, стоявших мирно за свои права, не возмутилась сонная молва, хвосты от страха плотно поджимая. Когда Луганск нежданно разбомбили, когда Донбасс глушили и гнобили, и это длилось целых 8 лет, вы верили? В стране фашизма нет. Когда они устраивали марши под гордый клич СС «Галичина», от мерзости не сотряслась страна, а кто-то свыкся и покрылся фальшью. И за аллею ангелов в Донецке, где до сих пор витает голос детский, не больно было вам, когда, как вдруг, отважный кто-то, размыкая круг, решил пресечь фашистскую заразу. Вы отчего-то побледнели сразу. У вас появились ярость и испуг. У нас фашизма нет, спасать не надо. Не так-то много выпили мы яду. Помилуйте, вторгаться смысла нет. Таков был ваш решительный ответ. Но иногда, ножом вскрывая вену, приходится изничтожать гангрену, чтоб чернота не скрыла белый свет.